Так, ну привет, мы сегодня с вами еще не виделись. И сзади мечеть Сулеймана. Великолепно. А вот там, смотрите, какой красивый вид. Там небольшое кладбище. Не знаю, с чем. Вот оно огромное, я туда не пойду. Даже все равно я там ничего не понимаю, нету смысла, так сказать, пачкать своим православием руками. И дай бог, что-нибудь сделаем не то, как мне это надо. Вот прошу обратить внимание, как ноги моют ребята, перед тем, как зайти или выйти, не знаю. Так, ну, мы зайдем туда, куда нужно туристам, не разуваясь. Вот это вот внутренний такой дворик, мы, конечно, с вами посмотрим. Это огромные колонны. Прошу мусульман отписаться. Что, где написано? Хотя подозреваю, что никто не знает. Что говорят, я, конечно, не понимаю. Ну, вот красота. Очень красиво, масштабно, поэтому дух захватывает. Конечно, мечети здесь намного больше наших соборов. Здесь спора нет. Внутрь я не пойду сразу, не скажу, не хочу мешать людям. Прямо с мечети Сулеймана мы вышли. Я дошла по улочкам, фотки я вам прилагаю, до метро. Дальше прокатилась на метро. Я такой уже активный тут пользователь. И сейчас мы на пешеходной улице Истикляль. Она называется очень плохо, я некоторые слова выговариваю. Вот, она зародилась еще при Сулеймане. Опять же, все вот это вот. О, здесь. Господи, здесь значительно дешевле еда. Наверное, я здесь буду сегодня обедать, потому что шаурма за 600 рублей меня просто достала. Вот, пешеходная улица, сейчас я вам ее покажу. И еще она славится тем, что... Ну, она изначально как торговая улица получалась на европейской части. Вот, селиться стали вот при Сулеймане. И сейчас... вот тут вагончик сейчас. Знаменитый трамвайчик этой улицы. Не знаю, куда он там идет. Я, конечно, прокатилась. Может, и хрен с ней, с этим трамвайчиком. У нас свой есть, да? Вот он едет, едет, едет. Ну все, пошли в Гуччи и Луи Виттон. Так, ну я вам должна же вот этот типа а-ля Армар, да, показать. Вот это все как мы любим. Вот так. Вот еще что-то старьевское такое. Вот это, мне кажется, мы очень любим. Прям Питер наше все. Вот. Ну и, в общем, что? Ну, иду дальше до конца. Что интересное найду, все вам покажу. H&M. Я не пойду. Я как бы, ну, его нафиг, те шмотки нашью. Костёл я нашла, но здесь меня не это привлекло. Посмотрите, как классно. Вот там, о, это пешеходная улица, вот так заходишь, смотрите-ка. Да? Класс. О, какие балкончики. Ах, какие балкончики. А как вам переход? Прямо-таки Италия. Просто знаете, что хочу вам показать? Вот снять и показать. Посмотрите, вот все усеяно окурками. Просто все. Вы не представляете, везде эти окурки. Везде. Просто весь город в дыму. Невозможно вообще находиться. Очень прикольно. Ну все в этом, в сигаретах. Просто. Если вы еще курите и не бросили эту пагубную, жуткую привычку, welcome ко мне на психотерапевтические сессии. Мы вместе с вами это осуществим. Сделала я, сделайте вы. Вот здесь есть однозначный психологический подтекст, почему вы это делаете, ну и физическая зависимость.
Безусловно. Но это просто отвратно. Вы не представляете, как это воняет. И это самое лучшее решение, которое я приняла в своей жизни, когда я бросила это. Так, в общем, я планировала пойти на пароход, но это вот ручные трамвайчики, так называемые. Поэтому мы пойдем на другую сторону, потому что нам больше нужна экскурсионная программа. Так, вот там у нас старый город, там Торстовый, а мы, значит,